Один из замечательных зрителей обратил внимание на цитату из «Трех мушкетеров» внутри этого стихотворения, и поэтому я буду вынужден пошутить на тему мушкетеров чуть-чуть позже. Сейчас прочитаю замечательную песню Высоцкого, которую однажды с его разрешения прочитал на нашем тройственном вечере в Фистехе на Долгопрудной. И мы бывали много раз, самая любимая публика, студенчество. Да, и Владимир нас позвал Золотухиным, он пропел новые песни, Золотухин свои рассказы, и я свои рассказы. А потом я прочитал вот эту песню. А потом ушел Высоцкий, был сделан спектакль его памяти, о котором вы знаете. Там я тоже читал это стихотворение. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги, значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади, неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старе щи, и в погоню летим мы за ним убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей, на скаку не заметив, что рядом товарищей нет. И еще будем долго огни принимать за пожары мы, будет долго казаться зловещим нам скрип сапогов, про войну будут детские игры с названиями старыми, и людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.